Утро доброе, Магомед. Утро доброе. Приятно познакомиться, меня Дмитрий зовут. Да. Магомед, вы у нас оставляли контактные данные, регистрацию проходили. Проект «Газпром Инвест», помните? Что, какой проект? «Газпром Инвест». Ну, так, так. Да, заработок искали, верно? Магомед, смотрите. Что-что? Я слушаю вас. Отлично. Скажите, совсем разобрали, со всей информацией или что-то непонятно? Зачем разобраться надо? Что там? То есть совсем разобрали, все понятно, верно? Так а с чем это? Что вместе? Инвестиция. Проект «Газпром Инвест». Вы у нас оставили контакты касательно заработка в сфере инвестиций. Заработка, а. Ну, заработай деньги, заработай. Да. То есть вас интересуют дополнительные... Написано, там написано «заработай». Заработай. Вот. Заработай. А, скажите, раньше в этой сфере был опыт? Инвестировали когда-то? А, где как здесь, что вы делаете? Подробнее, пожалуйста. Ага, смотрите. Так. Мы с вами покупаем акции компании «Газпром». Сегодня цена за акцию 317 рублей. К концу дня продаем их, будет цена минимум 320 рублей. На этом с вами зарабатываем от 18 тысяч рублей за сегодняшний день. Что скажете? Нормально скажите. Да, нормально скажите. Нормально. Нормально. Хорошо, в таком случае предлагаю вам прямо сейчас активировать торговый счет, включиться в работу, чтобы успеть сегодня уже заработать. Ага. Алло, алло. Да-да, хороший. Магомед, смотрите, нам с вами для начала работы понадобится инвестиция в размере 18 тысяч рублей. Сумма приемлема для вас? Да. Ой, дикай. Алло, не слышу. Что значит приемлемая сумма? Это что такое приемлемая сумма? Смотрите, мы можем с вами инвестировать от 18 тысяч рублей до 1 миллиона. То есть нам с вами нужно попасть в этот промежуток. Можете начать с 50, можете с 20, можем с 18. Так, 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 так. Ага. Хорошо. Ой. То есть, если хотите в работу включиться, допустим, с 50 тысяч, пожалуйста, давайте. Хотите давайте, с минимальной суммы? Давайте, давайте с минимальной. Давайте, давайте. Так, с какой давайте. Суммы начнем? Ну, а с какой надо там, друг? С какой надо суммы, друг, начинать? Ну, с 18 тысяч рублей для начала. Хорошо. Как новичку я вам лично рекомендую с 18 тысяч. Ага, давайте. Скажите, у вас деньги наличка или на карте? Ага, да-да-да, есть. На карте. Ага. Деньги есть. А какая сумма на карте у вас? Нам хватит? Нам хватит. Ну, 18 тысяч есть. Ага. Я понял, хорошо. Смотрите, тогда я вас соединю с моим коллегой. Вот, вам подсказ... с коллегой финансового отдела для активации торгового счета. А вы-то кто? Вы не коллега, что ли? Вы-то кто? Смотрите, я не из финансового отдела. А откуда вы? Смотрите, я с отдела... Вы кто, кстати? Я с отдела обслуживания клиентов. А вы что? Какая организация? ВТБ банк или кто вы? Нет, 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 я же говорю, Газпром Инвест. Тиньков Инвестиции? Газпром Инвест. Ну что, они звонят? А, я понял. Ну, так, так, Газпрома, ну, так. Так, 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 так. Ну, хорошо. То есть будем с вами зарабатывать на акциях компании «Газпром». А, на акциях это газ, по, промышленность, газовая промышленность, что ли?
Смотрите, акции компании покупаем дешевле, продаем дороже. А, ну понятно. А высшее техническое образование, я разбираю. Так, какое? Смотрите, Николай, а вот как это вообще будет? А какая процентовка? Вот вы не сказали, какая процентовка? Прослушал. Смотрите, Магомед, компания берет от 5 до 7% комиссии в момент вывода вашей прибыли. То есть вы, когда прибыль выводите, 3%. Что? От 5 до 7. А 3, к сожалению, нет. А, нет, это жалко. Смотри, ну, за сегодня 18 тысяч рублей заработать, я думаю, комиссия в виде 5% – это небольшая комиссия, учитывая такой доходность. Ну, понятно. О, хорошо. Ну, да. Согласны со мной? Да, Зульфия. Ну, я понял. Нормально. Отлично. Смотри, для активации счета нам с вами понадобится доступ в интернет. С какого устройства будете заходить? С компьютера или с телефона? С телефона. Понял. Хорошо, тогда переключаю вас на финансиста. Ожидайте буквально минуту. Ожидание. Ой, блядь. Алло, Магомед, здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Наталья, фамилия моя Сухина, являюсь представителем финансового отдела компании. Подключилась к вам по запросу вашего менеджера. Какая фамилия? Сухина. Ага, Сухина. Верно, да. Вот, подключаюсь к вам по запросу вашего менеджера. Насколько понимаю, стоим с вами на пороге сотрудничества. Но у вас есть вопросы перед тем, как начать работать, верно? Ага. Есть, да. Да, замечательно. Какие вопросы? Сориентируйте. Ну, я не знаю, как это. Расскажите мне, что это, как вот. Еще раз. Ну, расскажите, что надо делать, что там, куда, что там, как делать. А менеджер вам ничего не рассказывал, что ли? Не, рассказал, а вы еще раз расскажите мне. Поподробнее. Да, вы мне подскажите, исходя из общения с менеджером, вы какой формат работы для себя выбрали? Это как понять это? Что за формат? Ну, у нас есть два варианта в работе. Либо же работать по пассивных дивидендах, выплатах, либо же развитие на сырьевом рынке и торгуя акции компании «Газпром» на московской бирже. Какой формат выбрали? А что лучше-то? Как лучше, какие варианты? Что? Ну, как лучше, какие лучшие варианты? Лучшие. Так, ну смотрите, тут зависит уже от вас. Если вы хотите в данном направлении развиваться пассивно, то есть ничего не делать. То вы просто приобретаете акции компании, являетесь их владельцами, исходя из этого получаете ежемесячно процент в эквиваленте 18%. Если вы хотите развиваться на сырьевом рынке, торгуя при этом, то доход у вас будет чуточку повыше, потому что помимо своего капитала вы инвестируете свое время. Так. Тут уже зависит от вас. Вы как будете данное направление для себя рассматривать? Как пассивный доход, либо же вы хотите развиваться в данном направлении? Да, не знаю. Развиваться? Давайте будем развиваться. Окей. Вы работаете где-то или нет? Да. Ага. В какой сфере вы специализируетесь? В строительной сфере. Ну, вы на себя работаете или на кого-то? И как это? Работаю и там работаю. А, вы на себя работаете, правильно? Ну как я, как на себя? Не знаю. Ну как, вы работаете прорабом, либо же вы обычным рабочим. Обученные? А высшее техническое образование? Нет, я не за образование. Я к чему это спрашиваю, чтобы понимать, как вы временем своим руководите. Время есть. У меня время есть. Но у вас как, работа по проекту или у вас график какой-то? По проекту и графики, проектирование и графика. Вот вы минимум по времени сколько бы вы смогли уделить данному направлению? А сколько надо? Ну, обратно же зависит от вас. Минимально, ну, хотя бы 30 минут минимум. Ну, если это 30 минут в неделю или что?
Если вы хотите работать в рамках дня. Ага, хорошо, есть. Это если вы хотите со специалистом, если по дивидендным выплатам, хоть 30 минут в месяц, минуту в день, зашли, посмотрели, вышли. Ага, ну давайте, есть, конечно. Время есть. Так, формат вы хотите обучаться, правильно я вас поняла? Ага, хочу, да. Так, так как мы работаем с законом, в дальнейшем все рабочие моменты узаканиваем, вы мне подскажите, у вас с документами проблем никаких нету? С какими документами проблем? Которые подтверждают вашу личность. Ну, паспорт это... у вас не просрочен, не утерян, все при вас или нет? А куда он потерян? Что-что? Ну, мы на ваше имя будем открывать. Мы на ваше имя будем открывать инвестиционный счет. Если вы условно написали, что вы Магомед Гасанов, а вы не Магомед Гасанов, понимаете? Кто мы же подаем резолюцию на банк. Я кто здесь? Все у вас с документами в порядке или нет? Так а почему не в порядке-то? Ну как не в порядке? Откуда это я знаю? Я вас просто уточняю. А, бывает, что у клиента паспорт просрочен, у кого-то утерян, поэтому этот момент я уточняю. А, все у вас при вас, ничего не утеряно, правильно? Да куда они потеряны? Вот. Когда я мог потерять? Я не знаю. Ну и слава богу, что у вас все при себе. Замечательно. Так, также так... Вы с какой суммы планируете начинать работать? Ну какой? А какая надо сумма? Что? Какая сумма нужна? Сумма какая? Ну, я вас уточняю, с какой суммы вы планируете начинать работать? Ну, а какая надо-то? Как, какая? Самая минимальная – это 18 тысяч рублей. А, ну, давайте 300 тысяч рублей. Давайте. Вы будете работать через наш банк, либо же вы каким-то другим банком обслуживаете? Каким, а каким ваш банк? Это каким ваш банк? Газпром. Так, ну, а, ну давайте Газпром. Ну вы Газпромбанком обслуживаетесь или нет? Ну как обслуживать? Это как обслуживать? Ну у вас карта такого банка есть? Вы являетесь клиентом банка? Нет, конечно. Ну каким банком вы обслуживаетесь? Так вы сказали через Газпром. Давайте через Газпром. Если вы хотите обслуживаться Газпром, нужно, чтобы вы клиентом данного банка так были. Так сделайте меня клиентом, вы же Газпром банк. Ну я же не работаю в отделе выдачи карт, Магомед. А, вам так а вы можете, отвяжите меня с отдела выдачи карт. Это вам в банк нужно идти. Так а вы же банк сказали, Газпром банк. Я работаю в Газпром инвестиции. Отдел, знаете, если есть отдел кредитования и касса, это два разных человека, понимаете? А вы можете меня связать с ними по внутренней связи? Карту мне выдать? Нет, это вам в банк нужно напрямую идти. А? У вас в вашем городе есть наше отделение банков? Наверное, я же не знаю. Ну, а вы сами каким банком обслуживаетесь? Как понять, что значит обслуживаете банк? Это означает обслуживаетесь, когда вы пользуетесь банком. Сбербанк. Сбербанк, Совкомбанк, Сбербанк. Можете работать с помощью Сбербанка. Ага, так. У вас карта какого, какой платежной системы? Виза. Замечательно. Вы с данной карты будете начинать работать? Или ну, будет комфортно вам пассивный доход на нее получать? А какой надо? Другой надо? Ну, вообще, самая безопасная и комфортная – MasterCard. У вас есть такая платежная система? Есть. У вас несколько карт Сбербанка? Ну, и что? Ну, несколько. Я же не знаю, я же вас и уточняю, Магомед. Ну, да. У вас на какую цифру карта начинается? Первая цифра какая? Где? А на какой? Карта-то не одна. Ну, первая цифра у вас по карте какая? На какой карте? Что? На какой карте? Вот вы говорите, вы обслуживаетесь многими картами. Первая цифра у вас по карте какая? 5. Пятерка. Это у вас есть MasterCard. Да.
Вот. Какие у вас есть еще вопросы, или вы готовы начинать работать? Ну, а как надо начинать, расскажите. Вам открывается платежный, высылается платежный ордер, вы заполняете его под своими персональными данными, тем же открываете... Кто высылает? Я вам высылаю, Магомед. Платежный ордер, это что такое? Это оплатить надо что-то? Ну, когда вы покупаете акции, конечно. А я уже покупаю сейчас? Акции. Я сейчас покупать акции буду. Но если вы готовы начинать работать, то да. Нет, вы мне сейчас ордер вышлите на покупку акций. Ну, конечно, если вы будете готовы, то да, я вам высылаю ордер на покупку акций. А на каких акциях это ордер? Каких акций? Газпром. А сколько штук это будет акций? Ну, вы на какую сумму? Вы говорите, на 300 тысяч вы готовы начинать работать. Да. Одна акция на сегодняшний день стоит 317 рублей. А. Минимальный пакет, то, что я говорила, это 60 штук, 18 тысяч рублей. Ну, так. Вот. Поэтому сориентируйте, на какую сумму вы будете открывать счет, чтобы я тоже понимала. Я же сказал уже 3 раза, 300 тысяч рублей. Так 13 или 300, Магомед? Какие 13? 300 тысяч рублей, так, я же сказал. Хорошо, вы суммой этой располагаете или нет? Так если я буду открывать хочу, как же меня не располагать? Что-что? Ну как? По-другому-то я не знаю. Ну, вы, может, она у вас на личном доступе, или она находится у вас на банковской карте? Ну, на банковской карте. На банковской карте. Вы WhatsApp-ом пользуетесь? Ну, конечно. У вас WhatsApp по этому номеру телефона? А по какому другому? На каком? У меня нету каких-то... Ну, откуда же я знаю, как есть... Некоторые люди многими телефонами пользуются. У меня два номера телефона. Да. Так. У вас только этот, правильно понимаю? А какой другой-то? Откуда я знаю, Магомед? Я вас для этого и уточняю вопрос. Пользуетесь ли вы одним телефоном, либо же у вас несколько телефонов? Ага, так, пользуюсь, конечно. Ну, так, я слушаю. Алло. Да. У вас есть возможность мой номер телефона записать на WhatsApp, чтобы мне написали для обратной связи? Есть возможность. Записывайте. Я пишу, давайте. Что там? Алло, ну куда пропали? Да, диктуйте, записывайте. Плюс 7. Так. 977. Ага. 482. Ага. 1599. А, да. Продиктуйте, я сверю, правильно ли вы записали. О, плюс 792. 977. 977. Да. 364. Нет, не то. А как? Ну, а как? Я вам же диктовала, зачем вы не... Почему вы не записывали? Ну, давайте еще раз продиктуйте. Так, а зачем вы... Давайте еще раз, Магомед. Такое чувство, что детский сад. Если я вам диктую номер, наверное, будет главное его записать. Так а вы сами мне позвоните с него, да и все, на WhatsApp. Так запишите его. Не, вы мне позвоните. Сохраните и напишите. А вы мне позвоните. Магомед, давайте, не нужно мне правила какие-то ставить. Я вам диктую номер, вы его записываете. Нет, вы мне позвоните сами на WhatsApp. Вот, точнее, не позвоните, а отправьте мне документацию на WhatsApp. Отправьте документацию. Так для этого вы сохраните мой номер телефона. Напишите мне, клиент, вы не один, Магомед. Не, вы мне просто отправьте на WhatsApp, документацию. Еще раз я записываю ваш номер телефона. Вы мне пишете, я вам отправляю. Плюс 7-977-482-1599. В течение 3 минут жду. До связи. Утро доброе, Магомед. Утро доброе. Приятно познакомиться, меня Дмитрий зовут. А. Магомед, вы у нас оставляли контактные данные, регистрацию проходили. Проект «Газпром Инвест», помните? А что, какой проект? «Газпром Инвест». Ну, так, так. Да, заработок искали, верно? Давай, слушай. Магомед, смотрите.
Что-что? Я слушаю вас. Отлично. Скажите, совсем разобрали, со всей информацией или что-то непонятно? Совсем разобраться надо. Что там? То есть, совсем разобрали, все понятно, верно? Так а с чем это? Что? Инвестиция. Проект «Газпром Инвест». Вы у нас оставили контакты касательно заработка в сфере инвестиций. Заработка. Ну, заработать деньги, заработать. Да. То есть вас интересует дополнительный... Там написано «заработаю». Заработаю. Вот. Заработаю. А скажите, раньше в этой сфере был опыт? Инвестировали когда-то? А где как здесь, что вы делаете, подробнее, пожалуйста? Ага, смотрите. Так. Мы с вами покупаем акции компании «Газпром». Сегодня цена за акцию 317 рублей. К концу дня продаем их, будет цена минимум 320 рублей. На этом с вами зарабатываем от 18 тысяч рублей за сегодняшний день. Что скажете? Нормально скажу. Я нормально скажу. Нормально. Нормально. Хорошо, в таком случае предлагаю вам прямо сейчас активировать торговый счет, включиться в работу, чтобы успеть сегодня уже заработать. Ага. Алло, алло. Да-да, хороший. Магомед, смотрите, нам с вами для начала работы понадобится инвестиция в размере 18 тысяч рублей. Сумма приемлема для вас? Да. Ой, да, алло, как понять, что значит приемлемая сумма? Это что такое приемлемая сумма? Смотрите, мы можем с вами инвестировать от 18 тысяч рублей до 1 миллиона. То есть нам с вами нужно попасть в этот промежуток. Можете начать с 50, можете с 20, можем с 18. Так. Ага. Хорошо. Ой. То есть, если хотите в работу включиться, допустим, с 50 тысяч, пожалуйста, давайте. Хотите давайте, с минимальной суммы? Давайте, давайте с минимальной. Давайте, давайте. Так, с какой давайте. Суммы начнем? Ну, а с какой надо там, друг? С какой надо суммы, друг, начинать? Ну, с 18 тысяч рублей для начала. Хорошо. Как новичку я вам лично рекомендую с 18 тысяч. Ага, давайте. Скажите, у вас деньги наличка или на карте? Ага, да, есть. На карте. Деньги. А какая сумма на карте у вас? Нам хватит? Нам хватит. Ну, 18 тысяч есть. Ага. Я понял, хорошо. Смотрите, тогда я вас соединю с моим коллегой. Вот, вам подсказ... с коллегой финансового отдела для активации торгового счета. А вы-то кто? Вы не коллега, что ли? Вы-то кто? Смотрите, я не из финансового отдела. А откуда вы? Алло. Алло, Магомед, это Дмитрий. Так. По поводу заработка. Как да, удобно что, сейчас говорить. Что, да, сегодня мы с вами общались, Магомед. Ага, так, касательно заработка. На чем остановились? Ну, смотри, давайте я вас тогда на мою коллегу переключу. На коллегу переключить? Секунд. А на чем мы остановились там? Пока в картину, что там было? Смотри, ну вы с ней обсуждали более подробно об активации торгового счета. Ага, и, собственно, сам процесс заработка, да? Ну, наверное, я не помню. Ну, сейчас что она вам напомнит. Добро. Что-что? Ну, хорошо. Ну, я слышу, да. Да, отлично. Окей, ожидайте. Ой, блядь. Алло. Алло. Алло.
Алло. Алло. Алло. Алло. Алло. Алло, да, Магомед, здравствуйте. Здравствуйте. Меня Артем зовут, я представитель финансового департамента компании. Я так понимаю, мы стоим с вами на пороге сотрудничества, но вы еще не разобрали. Какой компании на пороге? Какой компании? Газпром инвестиции. Газпром инвестиции. Компания Газпром. Как еще раз компания? Связь пропадает. Газпром. Да. Вы меня нормально слышите? Ага, Газпром. Да-да. Вот. Хорошо, да. Я так понимаю, мы стоим с вами на пороге сотрудничества, но у вас какие-то вопросы остались, на верно? На пороге, да. Угу, так. Ну, я вас слушаю, конечно. Хорошо, я вас понял. Вы мне тогда сориентируете. Вам как бы по форматам работы все понятно было? Нет. Ага, хорошо. Смотрите, вам менеджер вообще рассказал про форматы работы, верно? Да я, ну, а что там про формат? Какой формат ты работаешь? Ага, я вас понял. Хорошо, смотрите, давайте я тогда вас ориентирую сейчас по форматам работы, чтобы вы понимали вообще, давайте, как это все работает и происходит. Формат, да. Хорошо, смотрите, у нас есть два формата работы. Первый – это заработок на дивидендных выплатах. Кто-нибудь про дивиденды вообще слышали? У кого? А что, у кого-то дивиденды? Что-что? Не услышал вас, простите. Ну ничего страшного. Это, а какие дивиденды? Что за дивиденды? Смотрите, дивиденды – это полностью пассивный формат заработка. Здесь все просто. По сути, вы являетесь держателем акций компании. Компания вам ежемесячно, либо раз в квартал, это 3 месяца, выплачивает доход. Порядка 10-12%. А вы сейчас стоите или сидите? Что-что? Ну, я понял, да-да, выплачивает раз в год. Я понял, да. Угу. Так. Раз в месяц, либо раз в квартал. Да, раз в квартал. Может быть, раз в квартал, хорошо. Угу. Смотрите, второй формат заработка. Заработок с помощью аналитика. То есть у вас будет свой личный эксперт, который будет вас сопровождать на всем пути заработка. С ним будете обучаться, он будет отвечать на все ваши вопросы. И с ним вы будете зарабатывать на разнице акций в цене. То есть покупаете акции дешево, продаете их дорого. А вы давно работаете? Если мы... Ну, достаточно. А... Какое-то значение имеет? Да, интересно. Смотрите, с аналитиком заработок будет повыше, порядка 20% плюс, но здесь нужно уделять свое время. Для начала 100 часов в день будет более чем достаточно, а потом уже заинтересуетесь, больше зарабатывать начнете, соответственно, больше времени будете уделять. Ну, вы вообще с чего бы хотели начать? Начать хотел бы, да. Да, с какого формата работы? С дивидендных выплат, то есть с пассивного дохода или с аналитиком поработать? Дивидендный, да, дивидендный. Дивидендные выплаты. Хорошо, смотрите. Да. Для начала работы нам с вами нужно открыть ваш инвестиционный счет. Для начала работы нам с вами нужно открыть ваш инвестиционный счет. Открывается он через ваш банк. Вы проходите верификацию, получаете декларацию. Ну, стандартная банковская процедура. Декларация вам гарантирует сохранность целостности всех ваших средств, то, что доступ к средствам будете иметь только вы, соответственно, все операции деньгами тоже сможете производить только вы. Конечно. Смотрите, через какой банк вообще вам было бы удобно открыть счет инвестиционный, и на карту какого банка вам было бы удобнее выводить прибыль? Мне, так вот ваш Газпромбанк. Мне нравится. Газпромбанк. Отлично. Хорошо. Смотрите. Угу. Минимальная сумма для начала работы. 18 тысяч рублей, порядка 250 долларов. Да, деньги вы никому никуда не отправляете. Вы кладете их себе на свой инвестиционный счет. Вот понятно. Соответственно, на этом начнете зарабатывать. Всегда, когда вам нужно будет, вы сможете сделать шаг назад и вывести средства, всю сумму или, ну, то есть это средства. Не проблема. Средства, да. Угу. Средства, да. Средства, хорошо, да. Вы мне вообще скажите, это комфортная сумма для вас? Ну, конечно, комфортная, да. Чё, почему не комфортная? Комфортная сумма. То есть она у вас есть на карте в доступе, верно? На какой карте? Ну, на карте там Газпромбанка. Нет, вы же Газпромбанк карту мне сдадите же, правильно? Газпромбанк. Нет, смотрите, нет, зачем? Вы можете приступить к карте банка, от которого... Нет, ну вы же спросили комфортно. Комфортно, я же говорю, Газпромбанк, вот пускай лучше Газпромбанк будет карта. Комфортно, чтобы было. Смотрите. Нет, смотрите, у вас, как я понимаю, есть карта другого банка, да, там Сбербанка или... Конечно, есть. Хорошо, давайте тогда через, ну, так будет удобнее и проще.
вы просто пока карту будете получать, это там... Нет, давайте... Зачем вам так нужно? Будет удобнее, если Газпромбанк карту получу, там будет проще, будет процентовка. В смысле процентовка? Ну, беспроцентная, у вас же Газпромбанк, и вы, и карта будет Газпромбанка. Без процентов все будет. Ну, карта. Простите. Нет, смотрите, давайте, зачем вам, как бы, карта Газпромбанка, если вы можете приступить. Ну, если вы Газпромбанк, каким банком вы платите? Ну, если вы Газпромбанк. Нет, мы не Газпром, мы не Газпромбанк. А как, вы же как Газпром? Компания Газпром, Газпром, ну, верно. Ну, Газпромбанк, это, как бы, немного другое, другое. Карту оформлять это не к нам. А вы можете соединить там, чтобы мне карту сделали? Что-что? Ну, простите, там у кого-нибудь, смотрите, чтобы мне карту сделали. Нет, смотрите, я вам звоню для того, чтобы помочь вам запуститься, открыть ваш счет инвестиционный. Ну да. Чтобы получить карту Газпромбанка, вы можете пойти в Газпромбанк непосредственно и получить там карту. А вы можете позвонить по внутренней связи, чтобы мне сделали карту? Нет, смотрите, вам, чтобы получить карту, вам нужно идти в Газпромбанк и там ее оформлять, этим заниматься. Нет, а вы-то можете позвонить по внутреннему телефончику? Я не могу позвонить, я же вам сказал еще раз. А-а-а. Оформление карты это не к нам. Никак, да. Жалко. Я бы через вас. Я просто. Я бы оформил. Я просто не понимаю. Я вас понял. Я немного не понимаю, почему вам так принципиально работать именно с картой Газпромбанка. Ну вы можете. Ну удобнее, было, ну, удобнее, друг, удобнее. Потому что Газпромбанк, Газпром. А это не имеет значения, то есть, ну, вы прибыль можете куда угодно выводить. Вы, по сути, вам карта Газпромбанка никаких привилегий не даст, если вы думаете, что как бы... Ну, это давай, вообще не имеет значения. Ну, так. Я хорошо, понял. Я вас понял, тогда... Что-что? Понятно? Я не услышал вас. Ну, супер, да. Хорошо, смотрите, вообще, каким банком пользуетесь? Ну как понятно, я не пользуюсь банками, зачем мне банками? Вы вообще банками не пользуетесь? Конечно. То есть вы как бы хотели оформить карту и уже с нее начинать работать, верно? Конечно, да, так еще, да. Ага, я вас понял. Так. Хорошо. Смотрите. Давайте я вас тогда сейчас переключу на старшего специалиста. Он вам расскажет, как вы можете работать. Да ладно, давайте, у меня есть карта другого банка. У меня есть карта другого банка. Какого банка карта у вас? Сбербанка. Хорошо, Сбербанка, вы же мне только что сказали, что вы банками не пользуетесь. Ну я же не пользуюсь банками, как я им пользуюсь? У меня карта-то есть, но я же не пользуюсь. Нет, вы просто только что, я, может быть, неправильно вас понял. Вы просто только что говорили, что... Да, я, наверное, неправильно вас понял. Хорошо, тогда... В данном случае через Сбербанк мы с вами откроем ваш инвестиционный счет, соответственно, вы его пополните и начнете уже приступите к работе, начнете зарабатывать. Ага, а договор будем заключать? Да, конечно, вот эти верификацию, смотрите, у вас сумма в доступе на карте, правильно? Так. И вы готовы, вы вам не сориентируетесь, как по форматам работы все было вам понятно? Конечно, да. Угу. Ага, все хорошо. И дивиденды, все вы поняли, да? А какие дивиденды там? Сколько процентовка? Дивиденды 10-12%. Да, это в день? Нет, это ежемесячно, либо раз в квартал за 3 месяца, но ежемесячно. А, так, нормально.